У нас теперь новый сосед, он купил дом и сразу приударил за Сонькой. Прошу, мадемуазель. А она что? Восхищается. Говорит, какой он прекрасный, какой он... Замечательный сосед. Подождите, я не приглянулся, что ли? Ему лет 40. Надо будет на этого старца посмотреть. Или призрак из прошлого. Антон, как будто привидение увидел. Мне его даже как-то жалко стало. Здесь как договаривались. Я хочу долю в твоем бизнесе. Жаждущие мести. Я дочку уведу его. Тварь. Зайдешь, поговоришь с ним, чтобы потише стало. Где она? Премьера «Новый сосед» в пятницу в 20 часов.